вам проект на тему концепции организации депрессивных высокопарковых зон. Здесь архитекторы и дизайнеры, дизайнеры среды и архитекторы-объемщики. И могу сказать одно, что вот с каждым годом повышается уровень подачи, уровень защит, и это радует. Чувствуется, что идет вот подъем выпускников, которые показывают с каждым годом все лучше и лучше результаты. Проекты будущих архитекторов предназначены для реализации в Оренбурге и Оренбургской области. Значительная их часть – это глубокая разработка градостроительных аспектов различных объектов Оренбурга. За два дня на оценку Государственной экзаменационной комиссии были представлены 37 работ. Студенты очень волнуются, ведь от того, как они представят свой проект, будет зависеть не только их оценка, но и то, будет ли этот проект реализован. У меня проект автовокзального комплекса. Я представляю образ ночных магистралей. Вот. Я разработала интерьеры внутреннего пространства автовокзала, разработала планы, фасады. В качестве наиболее актуальных для города проектов заведующий кафедрой архитектуры Лариса Аюкасова отмечает концепцию организации пешеходного пространства нашего города, реконструкцию и модернизацию студенческого городка Оренбургского государственного университета, а также объекты санаторно-оздоровительных, реабилитационных, спортивно-развлекательных и культурных центров Оренбуржья. Архитектура, которую предлагают сейчас выпускниками нашими, она смела. Нет жестких ограничений по экономике, хотя ребята хорошо ориентируются в строительных конструкциях, и их решение грамотное в этом отношении. И приобретя такие вот точки локальные, конечно, город наш приобрел совершенно другой облик. Более современный, более динамично развивающийся.